Я обнаружил, что мой воблер Мэнс вылетает. Такое бывает, но расстраиваться не стоит. Хотя, конечно, это и неприятно. Такие приманки выбрасывать не нужно. Их запросто можно исправить. После чего, возможно, эта приманка станет очень уловистой. Итак, как же исправить нам такую приманку? А исправить ее можно, попросту отрегулировав петельку. Наклонив ее или вправо, или влево. В противоположную сторону от вылета приманки. В данном случае петельку мы наклоняем вправо, так как воблер вылетает влево по ходу движения. Внимание! Весь процесс регулировки происходит микронно. Ну вот, наш воблер в строю. И этот воблер будет ловить много рыб. Не крупно. Такие же, наверное. Такой же, как у тебя. Вот. Да нет, наверное. Надеюсь, это видео было полезно. В комментариях задавайте вопросы. Кому видео понравилось, ставьте лайки. Кто не подписан на наш канал, подписывайтесь. И как обычно, желаю вам всем рыбацкой и жизненной удачи.